Содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и межмуниципального назначения – еще одна тема еженедельного совещания в Доме правительства. Теплая малоснежная зима внесла свои коррективы в работу дорожных служб республики. Из-за резких перепадов температуры в разы увеличилось использование песко-соляных смесей. Сэкономленные на уборке снега средства тоже направили на противогололедную обработку и ямочный ремонт. Последний в этом году начался раньше обычного – в январе. За первый квартал текущего года ямочный ремонт выполнен на площади почти 15 тысяч квадратных метров с расходом 1839 тонн асфальтобетона. Таким образом, объем ямочного ремонта по сравнению с прошлым годом вырос почти в 10 раз. Впереди у дорожников самый напряженный сезон. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году капитальный ремонт дорожного полотна планируется в Маргаушском, Ядринском, Батревском, Ибресинском и Вурнарском районах. Объем средств на 2020 год предусмотрен на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального межмуниципального значения. Протяженность – это 48 километров. Сумма составляет 1 миллиард 83 миллиона рублей. Особое внимание в РИО главы региона велел обратить на использование современных технологий. И коль мы оплачиваем, тем более уже увеличиваем расценки на содержание единицы дороги, то давайте соответствующие условия будем выставлять и по технологиям обеспечения производства этих работ. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика.